А, ну под конец ты упадешь, и тебя за руку схватят, как обычно. Можешь скринить. Как так вышло? Я отпустил клавку. Да. Долларов, рублей, миллиардов. Не знаю. 800. Да хрена он. Переехал. Да. Там где-то сейчас форсаж снимаю. Можно найти, кстати. Опа. Дверь закрыл. Закрыл. Проверяй. Блин. Боже, что за кабзда происходит? Это реально форсаж снимает. Это вас зажали с Хопсом, понял? Сейчас эти... Она освободит, это полицейская. Бензина и Уокера. Ой, повезло, повезло. Тут игра просто дала выжить на самом деле. Ничего себе, курица, квартира. Мы не дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Огонь. Что? Ты не ту кнопку, да, нажимал? Перерезать ему дорогу! Я перекрою все пути, кроме западного! Он будет вынужден пойти в твою сторону по крышам! А прикинь, тут бы как в старых играх, типа Вольфенштейна старого. Где у тебя здоровье цифрами и не регенится, а аптечки искать. О, это вообще жесть. Там, после каждого, наверное, удачного килла, без потери здоровья, там, это с F5. Опа. Опа. Как он руки поднял. Даже не попал в него. Он скриптово умер, кстати. Подвершу. Видишь, я тебя вижу, ты мне. А, ну да. Он на хэд-гличе, короче, а ты в корпус выходишь. Тебя же можно держать. Ну не знаю. Но я не знал, что в Modern Warfare режиме зомби был. А, ну ладно. А, крыша. Крыша. Пока бежал.
Да. Какой, блядь, переулок? Внимание всем, план меняется! Рамирес! Скажи своим охранять Бургер Таун. Мы переместим туда рэптера. Таун. Рэптера, блядь. Игра отупела, да, резко?